Всем привет, с вами goodgame.ru. Благодаря нашим друзьям из Wizards of the Coast у нас появилась возможность представить вашему вниманию эксклюзивный анонс карты из нового сета Magic the Gathering M21. Кроме красивого арта и брутального художественного текста, эта карта обладает еще и достаточно полезным эффектом, который крайне схож с легендарной на goodgame прибыль. Итак, добивающий удар – это мгновенное заклинание за 4 и 1 черную маны, которое уничтожает целевое существо или плейнсволкера. На первый взгляд, добивающий удар может показаться обычным черным ремуволом, который появляется практически в каждом сете, вроде стынущей крови из Икории, окончательной смерти из Терраса или даже убийства из М20. Тем не менее, возможность уничтожения плейнсволкеров выделяет добивающий удар из этого списка. Зачастую подобный эффект можно встретить на редких картах – Быстрый конец из Элдраина или Пожирание с потрохами из Икории. Ну а последнюю карту обычной редкости со схожим текстом мы видели в Войне Искры, в сете, переполненном планоходцами. Так что даже само наличие добивающего удара в М21 говорит нам о том, что Wizards хотят дать игрокам больше способов противодействия Planeswalker'ам. Возможно, причина в невероятной популярности планоходцев в нынешней мете стандарта, а возможно, разработчики опасаются, что новый Тефери, который должен стать центральным персонажем М21, может оказаться серьезной проблемой. Несмотря на все это, мы скорее всего не увидим добивающий удар в стандарте, потому как у него есть слишком много альтернатив, требующих куда меньше 5 маны. Тем не менее, эта карта отлично впишется в любую колоду для драфта, благодаря вариативности и возможности использовать ее даже в тех случаях, когда черный не будет вашим основным цветом. Еще раз спасибо Wizards of the Coast за превью, и не забывайте следить за новостями на нашем сайте, потому что в скором времени у нас выйдет еще парочка интересных материалов, посвященных M21, в числе которых и эксклюзивное интервью с одним из дизайнеров сета.